Погода дрянь. Всю ночь лил дождь, вода поднялась, помутнела. Сейчас дует шквалистый ветер. Непонятно, чем заниматься в такую погоду. Ну, вот такое вот у нас утро. Главное, чтобы, когда вяжешь муку, заклинание говорить. Есть рыбка большая, маленькая, есть рыбка большая, маленькая. И будет рыба эту мушку выбирать из других мушек больше всех. Ловись, рыбка большая, маленькая. Вот так наполняются реки Полярного Урала. Ну все, вода начала прибывать. Вон, под заметочку по тому камушку сделал. Уже, наверное, 10 сантиметров есть. Сейчас еще полчаса, еще, наверное, по 30 сантиметров будет. Если честно, такая погода уже начинает напрягать. В горах идут дожди, сейчас также идет дождь. Вода в реке поднялась сантиметров на 80. Мы сегодня ходили вниз по течению, переходили реку вброд и чудом успели вернуться обратно до основного подъема. Надеемся на завтрашний день, что погода будет лучше. Все-таки вода в горных реках падает довольно-таки быстро, и нам еще удастся половить. Дима уже обед готовит. Время идет. Специально для канала «Охота и рыбалка». Ушел. Специально для канала «Охота и рыбалка». Продолжаем осваивать нахлост.
Друзья, не прошло и полчаса, как уровень воды стал критичным. Она уже подкрадывается к нашему лагерю. Вот наши шатры. А вот уже видно, что вода рядышком. Водомерный пост. Это метка? Метка, да. Чтобы знать, когда начинать вызывать вертолет. Домой будет хотеться сразу. Вода поднимется до сюда, все, кирдык. Уноси ноги. Копчушечка. Какой вилкой-то? Какой вилкой? Сань, ну ты даешь. Ладно. Вот взял? Ребрышко. И в рот. Ребрышко, да. Макс, взял. С головы начинай. С головы вкуснее, да. С головы только медведь начинает. Ну, мы уже почти медведи. Вскрыл, раскрыл. Давай. Чувствую. Моя муха. В нее он и клюнул. Слушай, ну он вообще просто шикарный. Лёг, завязывай снимать, давай ешь. Всегда снимаешь этих рыбаков, а потом опаньки, а рыбку-то уже и съели. Поэтому кругу друзей говорят, не щелкай клювом, да? Вообще, признаюсь честно, я готов рыбалку снимать долго. Если будут иногда давать такого хариуса. Я вообще не понимаю тех, кто ее отпускает. Нельзя отпускать хариуса. Нельзя. Ни в коем случае. Его надо есть в сыром, копченом виде. Я шучу, конечно. Я тебе одну маленькую, одну толстенькую вяжу. Макс, и средненькую мне одну свяжи, чтобы был выбор между маленькой, крупненькой и средненькой, чтобы было. Это нечестно уже будет. На две договаривались. Да, ёп-макарёк. Как они их делают? Вроде с тапочкой ходил. Столько нервов надо, чтобы связать одну муху. Постоянно запутывается, распутывается, рвется, развязывается. Товарищ попросил ему пару мух связать. Готовится к батлу. Я ему сегодня кинул вызов. Спин против нахлоста. Вот он меня и попросил. Свяжи мне две неуловистые мухи. Формируем головку. Далее делаем ёрш. Надеюсь, пера на ёршик хватит. Симпатично получается. Ведь по-любому на неё клевать будет. Ну, придется начинать заново. Наконец-то! После вчерашнего ливня вышло солнышко, классная погода. Можно просушить вещи и, конечно же, провести сегодняшний день с пользой и отправиться на реку. Быстро все-таки вода уходит на горных реках. Вчера вечером она уже буквально была в нескольких сантиметрах от нашего лагеря, а уже сегодня вы сами все видите. Есть. Немного поднялся выше, поменял угол заброса, и сразу же произошла поклевка.
воды сейчас больше, струя еще мощней. Ну все, вроде получилось вывести его на спокойную воду, форсировать струю. Но рыба все равно так просто не сдается. Ну все, все, все. Давай, дружок. Пошел, пошел. Ну, какой-то небольшой. Можно сказать, малек. Вон. Ну не маленький мишка-то был. И след вроде свежий. Блин, еще дырочки от когтей. Да. Валить надо отсюда. Хотя ему здесь ягод-то хватает. Нас-то он точно не тронет. Геологи насвинячили, а за собой не убрали. Ну, смотри, какой порошок. Ну, это, возможно, какой-то абразив. Его, скорее всего, засыпали, наверное, в бур. Для того, чтобы он лучше бурил. Чермет-то сколько? Ну, судя по состоянию вот этого всего, наверное... Лет 15 здесь никого не было, а то и больше. А это, мне кажется, удобство. Геологи явно себе ни в чем не отказывают. Сделали классный туалет с потрясающим видом. Сидишь, любуешься. А, ну нет, ну это просто бочки. А вот что это, интересно? Возможно, просто вещи от дождя прятали. Либо какая-то сушилка, разводили легкий огонь. Угли стаскивали туда вот подальше, а здесь какие-то ботиночки поставили посушиться. Пришли в надежде поймать таймень. Здесь очень локальная яма. Я сейчас взял с собой палочку немножко помощней. Это Проксима до 21 грамма. Сейчас пробую сначала небольшие миножки до 70 миллиметров. И дальше попробую идти на увеличение. То есть попробую и колеблющиеся блесна. Вот была сейчас вот поклевка, но это скорее всего Харлиус. И также буду уже применять более тяжелые воблеры, так сказать, тяжелую артиллерию. Посмотрим, на что способна эта удочка. Есть рыба. Ну это скорее всего хариус. Взял со струи на небольшой воблер.
довольно-таки быстро нам удалось его припарковать. Вот Хариус, вот приманочка, это Трикорол 72-й, ну и как бы наша удочка. Как бы с маленьким размером все понятно, Хариус на него реагирует, будем пробовать на увеличение. Поставим воблерок побольше. Так шансы изловить что-то покрупнее у нас больше. Тем самым просто отсекая мелочь этого вездесущего хариуса. Нас начинают прессовать. Это уже что-то покрупнее. Может быть это он? А нас еще даже поймали. Все, Лех, это сами. Вот у меня на том конце-то рыба сидит. Подбагрился, поэтому мне и казалось, что на том конце действительно хорошая рыба. Воблера клюет пока только хариус. Попробуем сменить приманку и поставить колеблющиеся блесны. Еще погнал! Ну это опять же хариус, друзья. Сейчас попробуем поставить еще что-то побольше приманку, большего размера. Посмотрите, это совсем детеныш. Таких рыб мы еще не ловили. Нет. Повышаем вес и размер наших приманок. Вес приманки максимально приближен к границе верхнего теста удилища. Я думаю, такой размер 130 мм уж точно отпугнет хариуса. Яма-то шикарная. Таймени пока нет, но ждем. А теперь крэм. Друзья, всем привет! Сегодня у нас заключительный день на реке Пайсуим. Завтра уже за нами прилетит вертолет, и мы отправимся домой. Сегодня решили подняться максимально высоко по реке, разведать новые места, так сказать, уже, наверное, на будущее, на следующий приезд. Все-таки Полярный Урал очень крутой. Очень сильные реки, нереально красивая рыба. К сожалению, тайменя нам поймать не удалось, но по хариусу мы душу отвели. Так что, друзья, желаю каждому, наверное, из вас хотя бы раз посетить столь дивные, дикие места, которые еще богаты рыбой. Мостовая, ёлы-палы!
Что сюда забросить? Маленькую блесенку, либо какую-то муху? А хочется что-то потяжелее, да тайменя. А он, скорее всего, внизу. Взяла в пороге. А поначалу ты думал, таймень. Но нет. Опять он, опять хариус. Ну просто вываживать рыбу против такого потока, такого мощного течения, конечно, даже вот такой вот малыш покажется тайменем. Вот это вообще достойно, да? А на мои металлические приманки не клюет. Надо сейчас попробовать что-нибудь такое пластмассовое маленькое. А у меня свои мушки, пластиковые. Есть тут одни кудесники японские. Фигачит у себя на фабрике. И опять же смена приманок. На вертушку не клюет, ставит в воду. О, вот это кабан. Смотри, какой. Ну все, нормально. Поймал, пустил.